Привет, господа, с вами Варчик, и это видео такое вот напоминание о том, что существует в игре такой танк, как М4. Мне кажется, что про него уже все забыли, даже на 5 уровне особо их в рандоме я не вижу. Бывает там один когда-нибудь за пару дней всплывает, хотя танк довольно-таки интересный и неплохой. У него УВН 12 градусов, ездит он так средненько, иногда бывает что-то отбивает, но в целом брони можно сказать, что ну особо нет. Но она ему особо не нужна, потому что можно пользоваться УВНами и просто не давать врагам себя выцеливать. А по орудию все очень просто. Фугасница с альфой 410 на 5 уровне дает нам возможность наносить в среднем по 100 урона тяжелым танкам, которые нам встречаются. Бывает, конечно, и поменьше, но бывает и побольше. Ну и ваншотить всякие ватные коробочки. Сведение и точность, конечно же, не очень, но в целом нам нужно попасть всего лишь в силуэт. Самое интересное для меня на фугасных танках — это стрельба на среднюю дальнюю дистанцию, когда нужно брать большое упреждение. Когда попадаешь в такой выстрел, то ты понимаешь, что потратил какие-то усилия на это и получил вознаграждение, и в принципе это было интересно. Количество таких выстрелов не сильно большое, не из-за того, что они у меня не получаются, они получаются. Очень часто бывает, что из-за перекошенного прицела нет возможности выцеливать. Даже на обычном танке без фугасницы тяжело так стрелять и практически нереально. На фугаснице это еще более заметно и стрелять так нереально. Поиграл пару дней на танке М4, в принципе я удостоверился, что на нем играть так же легко, как и я играл на нем много лет назад, когда начинал только в картошку играть. При просветленке, перках на обзор и топ-пайке обзор довольно-таки хороший. На 5 уровне это очень важно. Пушка стреляет, набивает урон очень легко. Чтобы получить 3 отметки, 1000 среднего урона хватит. 1000 делается среднего очень легко. Стрелять по танкам, которые стоят или выкатываются на ближней дистанции, довольно-таки легко, и нам не нужно прикладывать никаких усилий, просто бахнуть в силуэт. Дальше вылетит рандомная цифра, она реально рандомная, еще более рандомная, чем с нормальной пушки. Бывает, что в Т-67 стреляешь, вроде бы попал ему в броню, вылетает какая-нибудь альфа 100. А бывает, в тяжелый танк стреляешь ему куда-то в гусеницы, вылетает 140. Альфа реально рандомная. И на мой взгляд, за такое большое количество времени, сколько разрабатывается игра World of Tanks, фугасную механику можно было бы как-то доработать, сделать более играбельной и вменяемой. Урон вылетает очень часто невменяемый. Куда урон захотел, в модуль ушел, захотел — не ушел. Хотя смотришь на повторах, попадаешь именно в дырявое ватное место, но ничего не произошло. С вами был Варчик, играйте красиво, пока!